50 лет на страже Российской Федерации. Войсковая часть 12403, расположенная на территории Ненецкого округа, отметила полувековой юбилей. Весь личный состав принял участие в торжественном марше. Поздравили военных представители власти Ненецкого округа. Первый приказ военной части 12403 был подписан ее первым командиром, подполковником Списивцевым, 15 июля 1964 года. Этот день принято считать днем основания части. Спустя два года военнослужащими была выполнена первая боевая задача по измерению запуска космического аппарата. Сегодня командует частью Владислав Мирошниченко. В должности командира он уже почти два года. Прибыл майор в наш округ из Северодвинска. Ненецкий округ мне нравится. Я оказался здесь не впервые, приехав сюда командовать частью. Здесь у меня живет большое количество друзей, знакомых. И, в общем-то, я знаком с местным колоритом, городом, округом, и мне здесь, в принципе, все нравится. Архангельская область – не единственный регион, откуда в наш край прибывают военнослужащие. В части служат военные из Центральной России, Дальнего Востока и Кавказа. Всего около 140 человек. В праздничном марше принимал участие весь личный состав. Подготовка к нему была основательной и заняла не один день. Плац, место торжественных и повседневных построений, комплексное здание, в котором расположены штаб, части и казармы, а также передающий приемный радиоцентр, локаторы, узел связи и другие технически сложные важные объекты будут бесполезны без военнослужащих. Это в своей поздравительной речи подчеркнул первый заместитель главы НАО Евгений Алексеев. Этот юбилейный день объединяет людей разных поколений и национальностей, для которых войсковая часть 12403 была и остается родной. Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием в истории Ненецко-Автономного округа и в истории части, и послужит новым импульсом для нашей военной службы на благо Отечества. Наблюдение за космическими аппаратами и межконтинентальными баллистическими ракетами – основная задача части 12403. Благодаря ответственной службе личного состава она является одним из лучших измерительных пунктов в составе войск воздушно-космической обороны стратегического назначения вооруженных сил Российской Федерации. Константин Канев, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».